Добрый день всем! Все знают, что пересадка, перевалка обозначает из маленькой емкости пересадить, перевалить в большую емкость. И вот я тоже этим занимаюсь. Но вот, если им, цветочкам, рассаде нравится, что у них побольше емкость, они начинают зацветать. Вот у меня в доме тоже зацвел цветочек алисума. У меня в пакетике было два цвета, но почему-то только белый зацвел цветочек. Тут у меня вот несколько штучек, не все начинают зацветать. Вот некоторые даже в бутончике. Они меня радуют, я их поливаю то гуматом, то комплексным удобрением. И вот они зацвели в доме. Конечно, когда буду сажать уже в горшочках или в открытом грунте, в дальнейшем у них уже будут пасынки. Вот они уже начинают давать. Вот пасынки, они уже начинают пушиться. Вот они, вот. Они будут пышнее. Для меня это очень хорошая радость, потому что они будут такие маленькие, чтобы с ними мучиться. Их уже удобнее сажать, пересаживать, и они уже радуют глаз. Уже видно, что за цвет, какой цветочек, что мы знаем, что у них хорошая корневая система. Вот цветочки начинают цвести, если их кормить и за ними ухаживать. Всем пока-пока. Доброго дня во всем.